Ну, он лифт такая себе. Не-не, там все, сейчас ты поймешь, что это крепкая хуйня. Кроссовку клади. Эй, кроссовку дай покажи. Вася, какой бархат, смотри на него. О, какой! О! Здравствуйте. Сегодня мы тестируем Nike SB. Nike SB. Модель Кевина Брэдли. Эти ребята с хорошей резиной и мягким велюром. Интересно, что с ними произойдет сегодня после 100 кикфлипов. Видим небольшой прорыв, но основная ткань, которая самая толстая внутри, на месте. Это даже получается какой-то дизайнерский вид, ты ободрал и катаешься типа свободы, на самом деле дельфи нет. Я представляю, что будет на хиле, это будет абстракция. Там под Там вообще там бронированная ткань. Смотри. А, ебать, это такой просто дизайн, снижка типа. Да, будет протираться для красоты, можно ходить с протертой. Офигенно, я так и сделаю. How you doing? I was wondering if I was going to talk.
Come on, y'all. Damn, ain't nobody. Like, I'm fine. Okay, that's fine. You're a top 10 in the world.
стоит снимать, если ты не расшнуровал смотри. Где-то высокие выигрывали. Что можно сказать? Флип держит. Как бы изменений в картинке не стоит менять свое мнение. Основа кет прочная. Стирается только оболочка. В принципе. Чтобы это все стерлось, мне нужно было сделать 100 кикфлипов. Первые флипы, конечно же, замши держалось. Стерлась просто верхняя часть, основная на месте. Меняется картинка. В принципе, можно кататься. Можно сделать 100 кикфлипов и более. Блейзер. Сегодня был обзор этих кед. Катайтесь, покупайте хорошие кеды. В принципе, красивые кеды. До свидания. Всем мира.